Тогда кто-то наступил, кто-то обронил. Ну, короче, есть возможность проверить. Из чего это сделано? Ну, вообще глухо. Ну, здесь, я так понимаю, просто обычный динамик. О, нет, необычный. Графеновый какой-нибудь там, типа, новые технологии. А-ля новые возможности. Ну, запрессовано, в общем, хорошо. Здесь. Наверное, было проклеено. Или на защелках. Но, тем не менее, после того, как наступили, это еще в воде побывало. Вещь. Здесь получается проклеено было сенсор. И шлейф от него с датчиком подавления шума. Интересно. Схемка. Клей, наверное, такой, как для стекол. Там Б. 7000, 6000, что-нибудь такое. Ну, в общем, как-то так. Еще маленький датчик какой-то внизу. Может быть, микрофон, кстати, да. Скорее всего. Вот так это выглядит. Если увеличить выход, какой-то экран, датчик, когда вы подносите к уху его, поверяем дальше, аккуратно поддеваем, потому что там должен быть аккумулятор. Так. Аккумулятор прям серьезный на всю длину. Нет, не на всю, но тем не менее не маленький. Так, шлейф, до свидания. Типа что церемониться-то? Вот здесь походу сильно. А, нет, не зажало здесь вот. Защелочка. Бесцеремонно так будем ломать. Серьезная схемка. Тут прям плату держит хорошенько. А, это микрофон идет вовнутрь, в ногу. Или какой-то датчик. А вот сам аккумулятор.
немного вздулся. Даже есть защита какая-то у него тут. Ну, в общем, как-то так. Все это состоит. Золотые ножки разъема питания. Гвоздики. Ну что же здесь еще есть? Интересно. Какой-то датчик должен быть. О, лучший инструмент для краш-теста. Опа, вот и динамик, неодимовый магнит, маленький, помимо динамика мембрана. Что тут еще есть интересного? Ну, в принципе, и все. Датчик, наверное, отсутствует. А, это для басов, может быть, какая-то штука. Сеточка там. Ну и грязючка. Обычная сетка. Просто проклеенная. Ну, в принципе, и все. Хороший резиновый клей. Вот такие горы мусора. И чудо инженерной техники. Мысли.